Смотрела Алешина решение. Ну, смотрели, что из него понятно, например, такой вопрос. Там понятно то, что в том варианте, который Алеша в том, что у нас получается записываются сразу эти три вызова наши в массиве, да, Владимир, то есть три файла. Просто единственное, что я там не пойму, каким образом мы приходим к тому, что мы конкретно первый вызываем, второй и третий. Он там как бы делает проверки, там удаляем там из массива, добавляем, там удаляем. И получается так, что у нас просто три подряд вызова. Ну там все через дополнительные переменные, да, и ставится условие, что именно нужно выводить вообще в контроль. Вообще, суть в чем всего этого вообще задания? Где это распространено вообще, да? У вас есть AJAX-запросы какие-то, часто они бывают либо зависимы, либо независимы, да? Но в данном случае задача была в том, чтобы независимые... Зависимые от чего? Вообще, там от друг от друга, в принципе. Сегодня прям все есть. Последний урок разразились. Что мы запомнили? А там было. Три функции вызывалось, там не git файл вызывались, да? Они вызывались одновременно. И по идее, судя по коду, да, вот и даже потому что вам дали в самом начале, должен был происходить вызов фейк AJAX. Ну, по сути, AJAX запрос. Если вы посмотрите на network вкладочку, да, у вас там в случае с AJAX, у вас должно было быть начаться загрузка одного файла и сразу же второго и третьего. То есть параллельно. У вас идет загрузка. А при плохом интернете у вас там они когда-нибудь загрузятся. Там кто-то раньше, кто-то позже. Да. Собственно говоря, вот этот fake AJAX, он имитировал плохой интернет и то, что у вас эти файлы, да, там файл 1, файл 2, файл 3, с разной скоростью. И вам вот эту последовательность нужно сохранять. Соответственно, самое очевидное — это массив. Потому что то, что там было в примере, да? Вы сохраняете массив именно той последовательности, которая должна вызываться потом, выводиться в консоль полученные данные. Вопрос, где мы храним полученные данные? Вот. У вас есть массив. Вы в массиве храните сначала, вы сохраните запрос, то есть вот это там файл 1, файл 2, файл 3. Но это в простом случае, то есть вы просто текст. А вы можете туда сохранить не текст, а объект. Ключ значения. А объект, ну, можно ключ значения, вообще-то, точнее не так. Вы все тот же массив используете. Массив объектов. Да, но это будет массив объектов, коррекция. Угу. Ну, я так думал, что решать, я пробовал. Там просто сложность больше именно в логике, где ставить условия и как это все выполнять. А сама идея на самом деле простая. То есть у вас есть массив этих объектов. Объекты простые. Первое, что у вас там? Этот текст, который запрашивали, да, то есть это какой-то. Ну, там, в том контексте это что-то типа URL было. Ну, request, да. Руслан, а мы же посередине доску поставили. То есть URL, да, там файл 1. Второе свойство, да? То есть первое, у вас есть URL, это request. Второе свойство — это ответ, да? То есть загружено оно или нет, то есть flag, all. Можно назвать как угодно. Да, true, false. Просто по умолчанию он вначале false, потому что у вас не загружено сначала, то есть ответа нет. И вам нужно в какой-то момент, то есть где-то в callback, когда он загрузится, поставить его в true, поменять. И естественно, что вам еще нужно найти место, где вы будете проверять, типа загружен он или нет. То есть какой-то у вас должен быть цикл время от времени проходиться по этому массиву. Но это нужно подумать и разобраться, где это делать. И вот это тоже здесь, да? Смотрите, какая ситуация. У нас есть массив, да? Вот. Из трех вещей, да? Или трех запросов. Загрузился, допустим, средний. В момент загрузки, когда он загрузился, мы меняем вот этот load на true. Его.
Но мы не знаем в этот момент, загрузился ли предыдущий. И нам нужно циклом проходиться вот в этот момент, когда загрузился один. По всем проходимся и проверяем, на первый загружен или нет. Если он загружен, тогда мы выводим, соответственно, в output консоль, как его назвать? Сейчас вот. Ну, либо рендерит, либо аутпутит, не знаю, как угодно. То есть флаг, который сообщает о том, адресован этот или нет. Зачем он нужен? Когда у вас загрузился вот этот, вот, и вот этот тоже загрузился, да? Вы отрисовываете вот этот, окей, эти два отрисованы. То есть у вас в консоли уже есть там файл 1, файл 2. Третий в конце загрузился, и вы проверяете все предыдущие, да, чтобы их повторно не выводить в консоль. И по сути вот с помощью вот этих трех свойств можно уже решить проблему. А располнение будет ответ. Или он будет приходить в том случае, если работает, то допустим, да? Ну, в принципе, да, нам респонс тоже понадобится. То есть для упрощения нашей жизни, то есть само значение текста, там, хранить тоже в этом объекте. Но на самом деле можно, да, использовать их вместе. В смысле, заменить loaded. Если там пусто внутри loaded, то ответа нет. Если есть что-то, то это и есть респонс. Можно так. А можно все-таки отдельными свойствами. Здесь будет какая-то дата. Я специально не хочу сейчас полностью решать эту задачу, потому что она относительно небольшая, простая, и там можно разобраться самостоятельно. Как бы идея в том, что у вас есть массив объектов, и вы должны по нему проходиться. Сразу же подскажу, когда. У вас есть fakex callback, то есть он выполняется, да, когда загрузится какой-то из файлов. И вы каждый раз, когда происходит этот callback, проходитесь по этому массиву и там проверяете, что вам нужно делать, какое решение принимать. Вы, соответственно, можете какое решение принять. Допустим, у вас загрузился. То есть здесь нужно думать. Самый простой случай — загрузился первый. Когда первый загрузился, что вы делаете? Вы идете снова, вы там вызываете какую-то функцию, которая проходит по массиву. Вы проверяете. У вас в массиве последовательность соблюдается. Да? И вы проверяете. Там единственное, нужно... Единственная сложность в чем, что вы не знаете в самом калбеке FakeAjax, по умолчанию не знаете, какой именно ответ пришел к чему. Поэтому вам нужно генерировать эти калбеки. Но. Сейчас. Как мы поймем, какой ответ по полному. Сейчас, это я подскажу, потому что это. Пам-пам-пам. Что-то как-то здесь темно. Он улучшится. Там так видно, может менять ничего. Хорошо. Вот простой как запрос. Здесь какой-то URL, здесь, как обычно, какая-то функция. Он вызывается здесь, да? Вот здесь у вас есть URL. Так же, как там. Что вы можете сделать?
Вы можете сохранить... Вот массив. Первое, вы можете создать вот здесь внутри этот объект. Вот тот, который я описывал из четырех, там, из трех свойств. Который выглядит как? У вас URL, в принципе, он такой есть. Далее. А в своей коллекции мы, получается, респонд записывать, когда он придет? Да, сейчас. Loaded. И то есть вы создали в этом месте. Что вы можете, что вам еще нужно сделать? Естественно, что нужно добавить теперь в массив это то, что вы создали. Вообще, вы могли сделать и. Это не после того, как ответ придет. Нет, вы сейчас просто. В массив записываете весь список запросов, которые произошли. Просто последовательно записываете. И все. То есть вначале вы могли сделать вот так. Как бы этого достаточно. Да, но это не решает вот того вопроса, связанного с тем, когда выполнится callback. К чему он относится? Но вы можете просто использовать вот здесь этот URL. Сравнить. По замыканию. О, то есть у вас есть переменная, которая объявлена внутри функции getFile, правильно? Там будет конкретный URL, по которому вы сделали запрос. И здесь вы можете, естественно, его использовать. То есть, например, вы можете отфильтровать эти запросы. Ну, то есть массив отфильтровать по этому свойству. То есть что я здесь делаю? Я фильтрую весь массив всех запросов, которые были сделаны. То есть, в частности, в любом случае вот этот, который я запушил. Фильтрую по свойству URL. Если не совпадают, то я нашел его. Но на самом деле вот эта вещь, она лишняя. Почему? Потому что если вот здесь, как я показал в самом начале, вы сохраните переменную request, с этим объектом. То у вас вот здесь этот объект искать не нужно, он уже есть. Что я имею в виду, он уже есть? Где объявляется эта переменная request? Она объявляется в области видимости getFile. И по замыканию у нас мы имеем доступ из callback'а туда. Поэтому можем его использовать. Поэтому мы знаем точно, какой запрос был сделан. Потому что у нас есть здесь request URL и все остальное. То есть, как минимум, свойство loaded о том, что загружен, мы можем менять здесь. И здесь какую-то магическую функцию вызвать, которая будет принимать решение. Знаю, не помню, как правильно пишется. А по какому принципу yes. он будет принимать решение дойти последовательность? Последовательность выведения. Последовательность у вас внутри массива. То есть у вас в массиве элементы записаны в той последовательности, в которой должен происходить output. Единственное, что вы проверяете. То есть вы начинаете, я не буду это писать, потому что это полностью будет решение все, да? Ну, хотя бы что вы то есть у вас есть перебор массива, обычный for each, for, что угодно. Когда вы последовательно перебираете, у вас все элементы там в той последовательности, в которой вы сохраняли.
То есть последовательность вы с помощью этого можете получить. А далее, какой элемент выводить или не выводить? Например, смотрим первый элемент, loaded, да? И что, нет, что еще нужно проверять? Нужно outputted, ну или rendered проверять. Потому что если вы уже его выводили, потому что вы с самого начала начинаете, вы проверяете два свойства, loaded и rendered. Если они loaded true, то есть он загружен, а rendered false, и он самый первый, то очевидно, что его нужно отрисовывать. А какая проблема? А вот есть. Поздник самый первый. Самый первый у вас. Вам нужно проверять скорее не то, что он первый, а то, что он первый незагруженный. Mm-hmm. А как это проверять? Ну, у вас цикл есть, да. У вас есть, можем создать внутри, вот это, у вас внутри функции makeDecision происходит какой-то перебор. Вы можете создать какую-то временную переменную, да, которая будет говорить о том, что. Там нужно прекращать вообще перебирать или не нужно? Когда нужно прекращать перебирать вообще массив? Когда у вас самый первый элемент не отрисован, то есть у вас прям в цикл идет самая первая проверка, которая стоит rendered. Ну, в принципе, лоды там тоже участвуют, но логика такая, что если элемент самый первый, он не загружен еще, то вам дальше перебирать не имеет смысла вообще. То есть мы пишем условия, если там первый элемент загружен, окей, рендер его, перебираем дальше, правильно? Но окей. Okay. Мы будем знать, сколько нам надо условий написать, получается. Мы же не знаем, у нас может быть бесконечное количество элементов. А причем здесь элементы? У вас есть конечное количество свойств, по которым вы проверяете. Всего два, loaded и rendered, все. Вы по ним проверяете. Третья вещь, по которой вы еще будете проверять, это касающаяся как раз-таки, нужно выходить из цикла вообще или нет. То есть, еще раз, у вас самый первый элемент может быть загружен. Хорошо, идем к следующему слою. Он может быть не отрисован. В таком случае, раз он загружен и отрисован, его нужно отрисовать. Все хорошо. Следующий элемент. Он не загружен, ну, в принципе, и на этом все. И вот когда мы дошли до незагруженного элемента, мы должны выходить из цикла вообще, потому что к следующим идти не имеет смысла. Это сложно. А как он будет перезапускаться? Он запускается только здесь. То есть при каждой загрузке какого-то файла вы запускаете эту функцию. А почему не загрузить сразу все, а потом выдавать просто по очереди, да и все? А загрузить все тебе нужно отдать пользователю какую-то информацию, как только она появится. Первое. Чтобы он не сидел и не ждал пока. Ну, например, у вас не три файла загружается, там, а пять. И мы будем ждать, пока все пять загрузятся, как бы, ну, а смысл? Это не сильно хорошо и приятно пользователю. Мы вышли из цикла, как мы его опять запустим? Я никак. Вот не понимаю, просто если мы дошли, допустим, два элемента вывели, да, у нас осталось еще три элемента. Да, мы забыли про это. Правильно, вывели третий элемент. Мы к нему пришли, пробиваем loaded, нам пишет false. Да. Проверяем loaded, нам пишет false. Все, мы вышли из цикла. Да, и все, вышли из цикла, все хорошо. А запустится, что вылезти, третий или четвертый, да. А как мы вообще запустили эту функцию? Мы запустили ее, получается, вызовом, ну, правильным. Да. А когда мы это сделали? Когда пришел ответ, да, получается? Хоть какой-нибудь. Хоть какой-нибудь ответ. А у нас файлов, запросов всего там 3 или 4, неважно. И мы каждый раз, когда что-то будет загружено, будем запускать эту функцию. То есть, когда загрузится третий, или второй, или какой-то четвертый, мы запускаем эту функцию, и запускается цикл проверки. То есть, так или иначе, когда последний элемент будет загружен, мы сделаем перебор. Но в таком случае, даже если, допустим, с конца оно все загрузится, сначала там третий, потом второй, потом первый, то мы с первого когда стартанем цикл, да. И он дойдет до третьего, да. Увидит все три. А четвертый просто не найдет, допустим, да, и мы тогда прекратим. Да, но я не говорю, что это легкое задание, что оно вообще. С ним нужно сидеть и разбирать, выводить в консоль, смотреть, как это происходит. То есть я его не решал там за, как сейчас, там, 15 минут. Я сидел там день, думал, как это все происходит. Где так и меняется? Вот как-то лучевой эффект. Например, на сайте это форма, не форма, что, как мы говорим, да, на теории, мне хотя бы чуть-чуть. Про... Домашнее задание было загрузить пользователей и их комментарии.
да? Да. Как это может происходить? Вы можете... Есть определенный input. Это вести какая-то текст-стадия какая-то. Там, в домашнем задании, там у вас простое API, там у вас есть только одна точка входа, вы получаете весь список комментариев. Рассмотрим жизненный вариант, когда у нас мы берем какого-то пользователя, там кликаем на него, да, выводим всю информацию о пользователе, а также у нас есть конкретная ссылка, которая называется comments. Не буду ортографии. И одишний пользователь, она 12 пользователей. И по этому URL мы можем получить все комментарии пользователя. А есть еще один такой, не с комментариями, например, а с фотографиями пользователя или еще с чем-нибудь пользователя. И нам всю эту информацию нужно отобразить на странице. Соответственно, что происходит? У вас есть AJAX, который отправляет запрос на получение данных пользователя. Потом у вас есть запрос на получение комментариев. Потом у вас есть запрос на читание. Какая у вас будет последовательность загрузки? Ну, скорее всего, нужно сначала отобразить информацию о пользователе. Да? Но вы можете сразу же сделать запрос на комментарий. То есть вы делаете одновременно два параллельных запроса. Один – дай мне, пожалуйста, информацию о пользователе, второй – дай, пожалуйста, по этому пользователю все комментарии. Соответственно, но вам нужно первую информацию вывести на экран, не комментарий просто так. Потому что они будут где-то висеть, не знаю, в каком-то блоке или еще что-то. В любом случае некрасиво. То есть вы сначала выводите там информацию о пользователе, потом выводите комментарий, потом что-то еще. То есть, но в таких сложных ситуациях, когда есть у вас в любом случае есть разные точки, где вы запрашиваете, куда вы AJAX запрос отправляете, да, откуда вы получаете информацию. И когда у вас их больше, чем одна, и вам нужно как решать проблему, что выводить раньше, что позже, и как их комбинировать вместе. Еще такие есть, ну это, наверное, более редкие варианты. Ну, например, когда вы не знаете, какой делать запрос, пока не получите ответ от сервера. То есть у вас есть какой-то AJAX-запрос, допустим, данных пользователя. И в ответе содержится ссылка на куда обращаться за комментариями. Тогда у вас последовательно будет, и вы в любом случае будете ждать, пока получите ответ. А что еще? Ну, окей, это все AJAX-запрос с анимацией, да? То же самое, у вас есть какие-то две анимации, которые, в которых разное время, и вы не знаете, когда они закончатся. И по окончанию их вам нужно сделать что-то еще. Вам нужно их комбинировать. Еще не закончено. Так, это я вам потом отправлю. Сейчас. Будем занятия записывать. Нет. Зачем? Флешки у меня с собой нету, чуть еще. Флешки нету, отлично. Хорошо, создайте, чтобы вы не скучали. Я смотрю, кто-то скучает, да? Есть люди. Создайте, пожалуйста, стандартный какой-то, назовем это проект, где у вас будет индекс HTML и пока больше ничего. Если ты видишь, что он свободный, тогда да, он свободный. Тут даже к нему питание где-то появляется. Смотри, он даже может питаться. А кто смотрел, кстати, решение, которое я присылал с конструкторами, с объектами? Я не понял. Смотри. Немного по времени. Не стянуло, но смотри. Я, в принципе, рекомендую вам просто взять проект с целиком скопировать еще раз и в нем работать. Потому что у него есть сервер. Сейчас.
еще раз, по поводу решения, да? Просто я бы хотел внимание обратить на то, что там есть история изменения файлов. То есть можно посмотреть последовательность решения той или иной задачи. Где-то решение. Да, проще первое. Вчера? Еще раз по поводу домашнего задания, примера, который я скидывал. Там есть история из мини-файлов. То есть, что сделать? Там можно посмотреть просто последовательность изменений для перемещения. Без разницы, первого достаточно на самом деле, потому что меня сейчас интересует только индекс HTML и сервер HTTP, который там уже есть. Сейчас скину ссылку. Степ первый, достаточно степ первый. Без разницы какой. Что нам нужно сделать? Просто скачать. Ну, на самом деле, после скачивания npm install и npm start, чтобы сервер запустить. Как-то не
npm install, npm start, да. Есть такое дело. Пока ничего дальше. Почему, когда я зашел в ROM, мне говорит, запрос говорит, что возили 5 минут? Это что, одно и то же получилось? Не понял вопроса. Но... Что ты имеешь в виду, возили 5 минут? Что он имеет в виду? Но он так определил, что ты заходишь с Mozilla. Ему так показалось. Просто NPM был, да? Понял. Или, может быть, Chrome не мигрировал. Все что угодно. KHTML – это Cthulhu HTML? Не знаю. Так, хорошо. Проект у нас есть? Что-то делать мы можем? Первое, вспомним вообще основы. О, функция, которая возвращает какое-то значение. Все просто, да? При вызове мы получаем 2. Наверное. Если мы делаем то же самое, но через асинхронную какой-то запрос, через AJAX, либо наш любимый set timeout, как мы с вами возвращали значение? То есть нам нужно вот это 2 отсюда вернуть. Мы делали, использовали функцию callback, которую передавали в качестве параметра. Соответственно, и нужное нам значение передавали в эту функцию. Смотрим внимательно, вспоминаем, все окей, с этой записью, все ли понятно. То есть у нас последовательность какая? Мы на седьмой строчке вызываем foo. Внутри функции foo есть параметр, отлично, мы его передали туда. SetTimeout вызывает вот эту анонимную функцию через 2 секунды. Вот эту я имею в виду на второй строчке, да? И через 2 секунды вызовется наш параметр как функция, callback, да? И этот параметр – это вот это на седьмой строчке переданная функция, которая ничего не делает, но просто, скажем так, что-то, давайте хоть что-нибудь сделаем, а то как-то неинтересно. Отправляет значение, полученное алертом. То есть последовательность такая – foo, потом… out, потом callback. То, что я дал этим функциями, ничего не изменило. Просто, чтобы вы видели разницу.
При этом функция callback на седьмой строчке и параметр CB – это одна и та же функция в данный момент на седьмой строчке выходит. Все классно. Но как нам сделать так, мы на прошлом занятии это делали, через return. Чтобы мы могли вызвать эту функцию потом или передать. То есть мы не знаем на девятой строчке, какую функцию мы хотим выполнить после загрузки файла. Мы должны ее выполнить, да, записать, да? Или здесь вернуть. Мы должны сохранить значение, которое придет откуда-то асинхронно, снаружи, в области видимости, да? Или давайте так. Мы сохраняем результат просто в переменную. То есть, если убрать сейчас вообще все, просто последовательность посмотреть. Мы вызываем full, setTimeout вызывает out через 2 секунды, и когда он вызовется, мы сохраняем result 2 в результат. Да, в result. 2 в result. Сейчас это ничего нам не дает, кроме того, что мы что-то можем вернуть. То есть мы из функции вернуть можем все что угодно, правильно? Мы можем вернуть объект. И у этого объекта может быть какой-то метод. Давайте что-то очевидное, или которое говорит за себя. Будет отражать функцию, которая называется setCallback. Так куда же result двойка? Да. Нет, мы не зашли на... Это у меня подсказал неправильно. Return. SetCallback — это функция, которая... проверяет результат, есть он или нет, и она принимает callback. Если результат есть, то мы вызываем callback. Если нет, то сохраняем ее в некую переменную callback. Сейчас я верну код, точнее напишу до конца код и обсудим, что происходит. Если честно, ой, что там происходит? На самом деле... Нет, ничего сложного. Нет, все сложно. Проблема в том, что... Все сложно, потому что это решение было написано на прошлом занятии, и оно было в чате, то есть его можно было посмотреть. Если callback'а нет, ничего делать не нужно. То есть мы вот это можем применить в решении домашнего задания, получается, да? Да. Что-то не нашел. Ребята, он есть никак. Ну, там просто, чтобы его применить, тоже не так все просто. Оно не помогает, не сильно помогает, вернее. Магия перед применением. То есть жесть одна сплошная. Там, ну, на самом деле... Это решение, оно не спасает той логики, которую вам нужно было решить, про то, что там есть loaded, rendered и прочее, и как последовательность сохранить. Это у нас получается вот эта система, то, что мы там для появления,
к Аяксу, промисом. Мы сейчас промисы будем разбирать. Что сейчас происходит? Магия. Да, магия во всем JavaScript. Что так должно. Ну, по крайней мере, на 21 строчке. По-моему, ничего сложного. Мы просто вызываем функцию и результат сохраняем в переменную. Единственное, непонятно, что в самой функции нам, да? Хорошо. Что внутри функции? Внутри функции мы создаем переменные, которые никак не задаются, да? И тайм-аут. Тайм-аут пока опустим, посмотрим, что возвращает функция, потому что мы же сохранили в переменную что-то. Что мы сохранили? Мы сохранили объект с одним методом. Метод сохраняет в переменную callback. Параметр, который пришел, это тоже довольно просто. Он просто сохраняет все. И если есть переменная result, то если в ней что-то есть, то он вызывает callback. Ну да. А как нам что появится? Появляется как раз-таки в set timeout, то, что мы не трогали. То есть result записывается в set timeout. У нас получается. Если нет результата. Если на момент return у нас еще нет результата. На момент return у нас нет результатов. Ну, чаще всего так и бывает. И... А что происходит тогда? Просто записывается функция CB. Просто записывается CB и сохраняется. То есть callback сохраняется. Во внутренней переменной callback. Все. Он у нас есть. Мы знаем, что с ним делать. Точнее, или не знаем. Но на 7-8 строчке, момент, когда придет ответ, да. Вызовется callback. Да, вызовется callback. Ну, сильно очень. Ладно, пока усложнять ничего не буду добавлять. Единственное, переименую, чтобы больше было похоже на промис. Просто метод название метода поменяю. На Zen. Сам result, Zen, вызов функции. Но, в принципе, имеется в виду, что вы вызываете, да, после того, как... Но это больше к Ajax применимо, да, когда Ajax будет либо загружен, либо там возникнет ошибка, а у вас выполнится что-нибудь. Я хочу, чтобы у вас сейчас есть проект, да, развернут. Там у нас есть Ajax-запрос. Я хочу, чтобы вы сейчас этот Ajax-запрос поместили внутри этой функции foo. То есть вместо setTimeout у вас будет просто Ajax-запрос. А в callback, то есть у вас там есть callback, там что-то происходит по умолчанию. Давайте, наверное, нет. Первый раз мы сделаем это все вместе. Так будет более практично. Там сейчас... Блин, проблема в том, что все разные версии скачали. Кто скачал... Четвертый. Окей, ладно, сейчас. Качаем все четвертые. Давайте качаем все первые. Окей. Потому что первые у большинства. А первые скачаем? Да. И первые, четвертые скачаем. Максимум подготовлен. Почему первый? Потому что он вам больше знаком. И там проще этот метод.
надо следовать теперь операторскому. Но... Можно скопировать просто файлы туда. В ту папку, где уже все установлено. Давайте пока посмотрим на, прежде чем переделывать наш, используя наш прикол, посмотрим, что jQuery вообще делает по умолчанию. Ну, да, где мы взяли вот это jQuery? Users data. Файл users data. Это из у нас большой файл был. Да, в котором был роутер и прочее. И я вынес в отдельный файл users.data переменную и метод, который забирает пользователей, сделает их запрос. Как у нас запрос сам выглядит? Мы делаем get.json, первым параметром передаем URL, вторым параметром callback. Да? И когда все хорошо, выполняется callback. Что происходит, когда все плохо, кто знает? В данном случае ничего не происходит. В данном случае мы ничего не написали, да, ничего не происходит. То есть мы никак не обрабатываем ошибку. Должно быть. Ну, у нас это должно быть if. Это в callback'е, да, должно быть? Нет, это не в callback'е, это дополнительный, есть дополнительное поле для этого метода. Но мы сейчас уберем callback вообще. То есть сейчас я просто делаю их запрос и ничего не жду от него. Вспоминаем, jQuery это доллар, это объект, get.json это его метод. Метод это та же функция, или это и есть функция, и он что-то может возвращать, а может не возвращать. В данном случае jQuery-овские AJAX-запросы, get.json, AJAX, get, post, они все возвращают что-то. Они возвращают объект. Сейчас посмотрим, что это за объект. Я вам расскажу, что с помощью него можно делать. То есть, просто проведите сейчас параллель с тем, что get.json возвращает объект, да? И наш foo возвращал объект с методом zen. Но у нас был метод zen, у них будут другие методы. Сервер. Так, у нас там список пользователей вообще в GetUsers вызывается, когда мы переходим на страницу пользователей. Соответственно, я перешел на страницу пользователей и вижу тот объект в консоли, который возвращает вот этот вот запрос. У него есть куча методов. Abort, always done, fail, response.json и прочее.
этот объект, с помощью него, то есть если до этого мы callback передавали в функцию getJSON параметром, то мы можем, используя этот объект, передать этот callback. Что ему делать после? Единственное, надо уточнить, потому что... Да, есть то, что я хочу. Помните метод then в нашем примере? Вот этот, который сохранял callback, если результат вызывал его. У этого объекта тоже есть такой метод. Суть в чем? Вот эти jQuery методы get, json, ajax и прочие, связанные с ajax, они возвращают так называемый deferred object. Как, в общем, специальный объект, его называют deferred. И у него есть специальные методы для работы с ним, для работы с ответами, с запросами. И в данном случае мы используем then, который сохраняет этот callback. То есть он сохраняет и выполнит его тогда, когда загрузится файл. То есть мы делаем ajax-запрос, и потом на следующей строчке устанавливаем callback, который должен выполниться. То есть еще, что вы видите сейчас с GetUsers, что изменилось? Что было до этого? Мы до этого передавали наш callback в качестве параметра GetJSON. Да? А сейчас мы передаем в какой-то метод then. И что он делает по-вашему? Он вызывает функцию вот эту, то есть по сути он ставит, устанавливает этот callback точно так же, как мы делали это здесь. То есть мы делаем ajax-запрос и потом в другом месте кода просим выполнить какую-то функцию, когда будет результат. Все молчат. Все в шоке. Хорошо, давайте. Сразу берем промисы, потом зачем. Смотрите, deferred
объекты в jQuery, те, которые они создают, это была попытка реализации промисов до того, как они были реализованы во всех браузерах. Что такое промис? Это обещание. Да, это обещание. Это объект, который хранит в себе данные, а может и не хранит. Знаете кота Шрёдингера? Да, конечно. Он вроде есть, а его вроде нет. Ну вот промис, что это такое? Промис это контейнер для данных, для синхронных данных. То есть, что такое синхронные данные? Вы делаете AJAX-запрос, и вы еще не знаете, пришли вам или не пришли данные. По сути, промис — это контейнер, у которого есть несколько свойств. В частности, у него есть свойство state, состояние. Да? Как в случае с домашним заданием, там есть, на самом деле, там есть свойство pending, это то же самое, то, что было loaded. Пожалуй, немножко не так. Pending — это значение. Свойство. Есть state, свойство, да, в котором могут быть несколько значений. Pending. Это когда запрос в процессе. То есть вы отправили запрос, у вас нет еще ответа и нет ошибки. То есть значит, что-то мы делаем. Или там. Это то же самое можно назвать просто loading. Есть. Есть fulfilled state, это то же самое, что loaded, что все хорошо, все окей. Это там, где у нас break реакция? Это в промисе. Это я говорю про промис. То есть мы сейчас говорим про промис. И это свойство состояния промиса. И есть еще rejected. Ну, то же самое, что error просто. То есть, по сути, у вас есть три стандартных состояния. На самом деле, их может есть еще четвертое. Это в самом начале, когда он еще вы создали промис, и он еще не сделал ни у кого запроса. То есть, первое, в промисе есть состояние. Второй, как бы, важный вопрос, это где оно меняется и когда. Каким образом вы можете это сделать? Это состояние меняется только изнутри промиса. Давайте рассмотрим простой пример промиса. Попробуем создать что-то, да? Запись выглядит следующим образом. Вы создаете новый инстанс промиса, но чтобы он что-то сделал, он принимает внутри функцию с двумя параметрами. Называть вы их можете как угодно, но чаще всего их называют resolve и reject, потому что именно эти методы они выполняют. Что делает метод? То есть вы сейчас видите. Кстати, может быть, более цветной вариант. Вы видите сейчас переменную simple, есть конструктор promise, есть функция callback с двумя параметрами. Нам поможет
И эти параметры – это функции. Они, то есть, их сам конструктор вызывает и создает, передает туда. Эти функции нужны для того, чтобы... Эти функции нужны для того, чтобы изменять состояние. Вот то state, о котором я говорил, для промиса, чтобы менять его state. Но ничего другого не ждал, кроме функции. Вместо resolve и reject, там уже какие-то функции должны понести? Нет. Resolve, Reject, они вам предоставляются, то есть вы можете их использовать, они как бы там, то есть всегда первым и вторым параметрам они приходят. Это также, это Resolve, допустим, не нужно этого делать, они просто там есть. То есть у вас просто есть эти функции. То есть еще раз, у вас есть ваша функция, это вот эта вот анонимная функция с двумя параметрами. Вы выполняете код, который внутри. В данном случае я выполнил console.log, Resolve, Reject. Сами первый и второй параметр, они есть всегда. Просто мы можем их назвать как угодно. Да, вы можете их назвать как угодно, но вам же лучше и всем другим, кто будет читать ваш код, оставлять resolve, reject. Почему так? Потому что первый параметр, это вот эта первая функция, resolve, она меняет состояние. Давайте, кстати, посмотрим сейчас, какое сейчас состояние у этого simple объекта. У него свойство promise status pending. То есть он в процессе чего? То есть он ничего не делает на самом деле. Он ничего не делает, потому что внутри у нас только console.log. Давайте что-то более полезное. Что мы знаем из асинхронного? SetTimeout. Самый быстрый способ что-то написать. Асинхронное. SetTimeout. 2 секунды. И внутри setTimeout я вызову функцию resolve. А чтобы через 2 секунды этот объект был не pending, а уже что там fulfilled. Смотрим. Simple pending. Сейчас он должен поменять на resolve. Нет, это просто свернутый текст. Когда мы сворачиваем, он просто показывает старое значение. То есть это toString. Давайте сейчас по-другому запишем. Я специально добавил имена этим функциям, чтобы консоль нам сообщал,
консоль.log, где именно он вывелся, чтобы было понятно. То есть сколько у нас здесь вообще функций сейчас вы видите? Один, два, три, четыре. Ну, не считая resolve reject, потому что есть две функции, inPromise и onTime, которые мы создали. А promise это не функция? SetTimeout это тоже не функция? Ну, я имею в виду те, которые мы сами создали и которые мы используем. Если так, то там их больше. И консоль.log. Да, консоль.log тоже метод, тоже функция. Но еще раз, у нас есть две наши функции, inPromise и onTime. Консоль.log будет специально именованный, и мы посмотрим заодно статус промиса. Не получается получить доступ к этому объекту. Окей. Для чего это вообще используется? Зачем это используется? Да. Вообще вот то, что мы пишем сейчас, для чего? Ну мы еще пока это понял, напишем там. Но это используется. Да, просто писали два раза в jQuery, то тут переключились на promise, а для чего я так не понял. jQuery возвращает default, который имитирует promise. То есть там тоже те же, есть те же методы для resolve reject. Есть метод zen, получается. Да, у promise стандартного есть метод zen, куда мы можем передать callback. То есть мы должны как сделать? Мы должны написать new promise, да? И внутри него описать ajax-запрос. Наше асинхронное действие. Это может быть ajax-запрос, это может какая-то анимация, все что угодно. Да, допустим. То есть я вот смотрел, у нас был код 7 строчек, сейчас уже больше 15, последнее состояние было. А зачем какое его? Именно? Вот этот? Не, ну то, что перед этим было. А. Это же мы удалили сейчас, да. Если вернуть сейчас, то что было. Ну а смысл, ну там, я просто не знаю, там сейчас было просто для примера. Давайте так. Я сейчас не буду возвращать, я просто отвечу вопрос, зачем это нужно. Это нужно для того, чтобы решать проблему большого количества ajax-запросов. То есть, каким образом это помогает, сейчас доберемся до этого. Хорошо, давайте все-таки воспользуемся каким-то ajax-запросом, чтобы мы что-то запрашивали. Да, потому что так на консоль.log далеко не уедете. Ты на самом деле на них как раз таки и уедешь. И без них ты не поймешь resolve, ничего. Почему мы это пишем, там функцию resolve, что она делает там вообще, зачем она нужна? Но я еще не дошел до этого. Ну просто я хотел сначала показать последовательность вызова, то что мы вызываем сначала нашу функцию, которая внутри промиса, а потом срабатывает какая-то асинхронная, да, в которой resolve есть. Ну окей. Ну, то что, как бы set timeout отпускается внутри промиса, правильно? In promise. Правильно? Да. Соответственно. При создании этого объекта запускается автоматически in promise, правильно? При новой instance promise. Да. Он запускается, да, сразу? Или нет? И on time или set timeout? Нет, in promise set time out. Сразу запускается. Правильно? При да, нового да, сразу же. Да. Он сразу же запускается. А Zen это когда придет ответ, получается, да, тоже? То есть когда мы получим ответ? Да. Получим в виде какой-то. И то, что попадает, смотрите, консоль.log, тут нужно название добавить. Сейчас наши функции три, это inPromise, непосредственно который создает, запускает timeout, onTime и callback.
которая внутри Zen. Соответственно, срабатывает in-promise, on-time, то, что до этого было, и срабатывает наш callback дата. Это было с resolve. Без resolve мы увидим только in-promise, on-time и все. То есть без resolve мы не видим... Не запускается функция callback, которая в Zen передавалась. Когда мы убрали resolve. Да. То есть resolve меняет статус вашего промиса с pending на fulfilled и вызывает все, что было внутри Zen. А если не было, то не вызывает. А если у нас будет вместо set timeout, то Ajax какой-то, да, запрос, то resolve тоже вызовется только тогда, когда придет ответ. Но если мы в callback'е какого-то Ajax'а пишем resolve, то да, он вызовется тогда, когда будут получены данные от сервера. То есть если применить к нашему примеру, object main, что мы сейчас вывели, то получается, до того, как мы перешли на вкладку users, где мы подгрузили JSON с юзерами, мы можем с помощью запроса мы можем не подгружать эти статьи, да? Здесь нам хочется вообще промис не делать, потому что у нас здесь JSON делает правильно, он сразу сам возвращает. Да? Ну, смотри, у нас же два JSON. У нас есть JSON с юзерами. Ну да. Еще есть JSON, который реализован с постами. У каждого юзера по 10 постов. То есть если не перешли на юзерс, то подгружать JSON, который вообще не нужно, по факту. Не, ну да. Но я имею в виду, что-то я не понял. Вот здесь вот get users, мы получаем JSON. В return у нас сейчас приходит объект jQuery, в котором хранится. Ну, да. у которого есть методы Zen. И мы можем, получается, вне функции getUsers или внутри нее задать, что... Мы можем и внутри, и вне нее сделать. Сейчас посмотрим, где это у нас используется. У нас используется... А promise это в том случае, если мы не используем jQuery, тогда мы делаем это через promise, правильно? То есть это нам упрощает жизнь. Да? Сейчас нам нужно вручную писать, это уже за нас кто-то написал. Да. Это то, что вот у нас было, грубо говоря, там, на прошлом занятии мы разбирали. То есть я просто не совсем понял вопрос. Но мы можем использовать callback. Мы получается можем Zen, там, то-то, то есть вызовить после того, как придет ответ. Все, нам не нужно там вручную прописывать это все. Да. Получается. То есть сейчас я взял специально, чтобы был какой-то пример, переписал user get users на просто возвращение этого deferred объекта. То есть, у которого есть Zen метод, да? То есть он просто возвращает какой-то объект, и здесь нет никакого callback внутри самого getUsers. То есть тебе не нужно переменную создать, чтобы нее записать результат getUsers, А мы сейчас немножко переделаем. Просто сейчас я чувствую, уже начинается непонятно. Но я пока еще ничего не сделал, чтобы было непонятно. Ну, как? Что непонятно? Не, я еще ничего не сделал. Начнется, я чувствую. Но в любом случае новое непонятно. Сейчас, еще раз, getUsers просто возвращает объект с, ну, по сути, с этим промисом созданным, да? То есть вот здесь я вызываю эту функцию. Да. Передаем? Теперь ничего не передаем. Получаем, да? Я не пойму, откуда у нас Zen берется. Это Zen, функция, которую мы написали. Смотри, getUsers возвращает объект, в котором есть свойство Zen. Сейчас, по порядку. Нужно сказать сначала, getJSON возвращает объект. Вот этот вот getJSON. Да. И у него есть Zen. Просто по умолчанию. Да, по умолчанию. Потому что jQuery, еще раз, для стандартных Ajax запросов
get.json, get, ajax, там, post, put, он возвращает deferred объект. То есть они уже ваш ajax-запрос обернули в промис за вас. То есть он уже так реализован. И вы можете просто это использовать. Соответственно, getUsers возвращает объект, у которого есть Zen. И тут мы уже в Zen прописываем свой callback, что мы хотим вызвать, когда наступит Zen. Да. RenderUser. RenderUser. А с какими параметрами RenderUser? Он без параметра. Но сейчас на самом деле код нужно переделать, потому что нам же нужно, что нам нужно данные, которые отдал сервер. Когда когда ответ приходит и когда выполняется Zen, то та функция, которая передается внутрь Zen, да, то есть callback, она получает эти данные. То есть мы должны написать render user data, да, получается. Ну, а user data, она получает, мы получаем ее теперь из Zen, по сути, да, то есть Zen, когда выполняет то, что нам нужно. И вот так сейчас должна заработать, да, по идее? Да. Давайте проверим. Вот, не идет. Да, я же в одном файле переписал. В users тоже нужно сделать то же самое. Просто... А, то есть там переписать тоже get users. То же самое. Но сейчас будет два запроса просто. Add Zen, да, слишком Zen. Render users с user data. То же самое. Два запроса, но меня пока это не интересует. Просто сам факт того, что callback render users или render user вызывается Zen. Внутри Zen, да, то есть. Так это вообще просто. Ну, получается разница в чем? Либо мы передавали этот callback сюда, либо через Zen. То есть все работает, да, он делает там лишний запрос, потому что я именно сейчас так написал. То есть раньше у нас была глобальная переменная, в которой список юзеров хранилось, сейчас ее нет. Но мы вернем ее. Ну, мы же можем, получается, ее просто записывать. В нашем модуле, таким же образом. Да. Просто прописать глобальная переменная userData равно getUsers, Zen, renderUsers, получается. Ой, а не Zen. Тогда нам нужно еще одну функцию создать, которая будет возвращать, или не надо. Просто Zen, по идее, должно быть. Без никакой функции. И тогда оно return нам возвратит то, что нам отдали. На самом деле мы там просто... Мы там просто сможем сейчас либо дополнительный Zen написать, либо просто здесь сохранить. Но я сейчас покажу именно тот подход, который он... Скажем так, что еще можно делать, да, с промисом, кроме просто Zen что-то выполнять. Сейчас временно, чтобы вас не смущал, этот Zen закомментирую. То есть тот Zen, который был и который выполняется, мы уже проверили, да? То есть у нас есть данные. Глобальная переменная users data, в которой мы сохраняли что-то. Так тоже можно вставить. Ну, сейчас ничего не поменялось. Как было, так и есть. Есть один Zen, и мы в глобальную переменную сохраняем.
Сейчас у нас здесь она здесь была. Мы ее вернули. Null или undefined, не принципиально. Так, это users. Хорошо. Если, то есть, здесь, вот здесь начинается, скажем так, определенная магия. А если мы напишем здесь return внутри zen, то следующий zen, если он есть, то он тоже выполнится. То есть, ну, так они работают, промис. То есть, здесь получается цепочка зенов, да, зен, точка, следующий зен. Короче, первый зен, когда мы получаем... Первый зен выполнится, да, когда getUsers придет ответ от сервера. Приходит ответ от сервера, мы записываем usersData в переменную и возвращаем эту же дату там дальше. Поскольку, ну тут как бы, мы написали дальше зен, то есть мы хотим что-то еще выполнить. И учитывая то, что здесь есть return data, он вызывает этот zen еще раз. То есть следующий callback. Так можно, ну, до бесконечности цепочку вызовов создавать. Если нам нужно много разных функций выполнить, то мы их через zen можем, через цепочку этих zen добавлять. Давайте сделаем перерыв. Привет, здравствуйте.